Сколько человек получили жилье в рамках реализации этой программы? Более 150 тысяч. Более 150 человек. Но очередников значительно больше. Вот если мы каких-то экстраординарных мер не предпримем по развитию нашей экономики, то примерно так все и будет происходить. Ну да, 150 человек приобрели с нашей помощью жилье. Это, конечно же, хорошо. В 150 семьях воцарился мир. Но еще тысячи людей, которые не имеют. Поэтому я увязываю решение данной проблемы с правовым регулированием апарт-отелей. Вот этот специальный налог, который мы рассчитываем, что будет 1500 рублей с каждого квадратного метра в год, если там, в рамках утвержденной программы это будет, то это существенные деньги. Существенные деньги, которые, это не произойдет за один год, на строительство апарт-отелей, да, уйдет там 4-5 лет. В рамках строительства будут налоги, а в рамках эксплуатации будет специальный налог целевой на приобретение жилья тем, кто нуждается. И эта проблема решит в течение 10 лет. Мы за 10 лет можем выйти на тот уровень, когда у нас не будет очередников. Более того, молодые семьи будут получать квартиры с учетом количества родившихся, с учетом данных ЗАГСа по семьям. Мы на это можем выйти. Это одной из целей, которую мы перед собой ставим в рамках реализации данного закона. Ну, для этого, знаете, мы вот говорим, много документов, вы можете с ними ознакомиться. У вас не должно сложиться такое впечатление, что инвестор бегает с деньгами вокруг Абхазии. Это не так. Поэтому надо и условия создавать. И безопасность должна быть на высоком уровне, и правила должны быть понятны. Но без этого нам не обойтись.